Вообще не Егорова. Я вас сейчас к началу верну. К началу. После мусора все будет. Да, да, да. Я свою песню Крылова на музыку Никитина. Про маленького турбача. Кругом война, этот маленький, над ним смеялись все врачи. Куда такой годится маленький? Ну разве только в трубачи? А что ему все нипочем? Но трубачом так трубачом. Как хорошо, не надо кланяться, свистят все пули над тобой. Везде пройдет, но не расстанется с своей начищенной трубой. А почему? Да потому, что так положено ему. Но как-то раз в дожди осенние, в чужой степи, в чужом краю, полк оказался в окружении, и командир погиб в бою. Ну как же быть, ну как же быть? Ну что ж, трубач, тебе трубить. И встал трубач в дымой пламени, губам трубу свою прижал. И за трубой весь полк израненный запел «Интернационал». И полк пошел за трубачом, обыкновенным трубачом. Солдат, солдат нам не положено, и верно, что там плачь, не плачь. В чужой степи, в траве некошенной, остался маленький трубач. А он ведь, он, все дело в чем, был настоящим трубачом. А